Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь бездомных животных подбирали? Нет. А вот если видите на улице там кошечку, собачку, кормили когда-нибудь? Ну да. А как считаете, вот нашим животным бездомным вообще у нас в городе плохо? Я думаю, что да. Потому что их много, но и нельзя их выбрасывать. Если их ты завел, должен быть ответственным за ним. Бездомных нет, но дворовая кошка у меня живет. А она живет во дворе, вы ее кормите? Нет, она не во дворе, она у меня дом живет. Кормим, общаемся. Умная, хорошая кошка, слушается, между прочим. Вы когда-нибудь бездомных животных подбирали? Ну, вообще нет. А если вот видите кошечку, собачку, покормите? Да, почему нет? А как считаете, вообще вот бездомным животным в нашем городе как живется? Я думаю, что живется очень плохо, потому что очень много людей сначала заводят животных, а потом по каким-то причинам их выкидывают на улицу. И что нужно делать? Ну, я думаю, что нужно какие-то питомники создавать, чтобы были люди, собирали этих животных по всему городу. Потому что на самом деле это все... Ну, кошки, допустим, никого не трогают, не обижают, а вот то, что собачки бездомные бегают, иногда действительно вот с детьми гуляешь и думаешь, кинется она на тебя или не кинется. Никогда не подбирали на улице? Нет. А если вот видите там, не кормите? Не, иногда кормлю. А как считаете, вообще как бездомным животным в нашем городе живется? Ну, думаю, что плохо. А что нужно делать? Не нужно бросать. Нужно, чтобы у людей была ответственность перед теми братьями младшими, которых они приручили. Скажи, пожалуйста, как к бездомным животным относишься? Хорошо. А подбирал когда-нибудь кошечек, собачек? Да. Скажи, пожалуйста, как вот ты к бездомным животным относишься? С сожалением. А никогда не подбирал кошечек, собачек? Подбирал одну. И что с ней потом стало? Он у нас дома сейчас живет. Давно? Да. Как зовут? Тимоша. А как родители отнеслись, когда ты домой принес Тимошу? Спокойно. А как считаешь вообще, вот как бездомным животным в нашем городе живется? Ну, плохо, мало приютов. Всех люблю. Всех кормлю. Вон щенков кормлю чужих. Сарай разбитый, они там вот живут у нас за лебедком. Кошек всех кормлю, и чужих все ко мне идут, и своих две. А было раньше по 6, по 4 и водил. Говорю, надоели, они все деньги на них уграбляю. Да. Скажи, пожалуйста, вот как ты к бездомным животным относишься? Ну, чаще всего мне их жалко. А никогда не приносила кошечек, собачек домой? Ну, да, приносила много раз. У меня их 4. У тебя дома 4? Кого? Кошки. И все с улицы? Нет, 2 из них не с улицы. А 2 с улицы принесла? А как родители отреагировали, когда ты принесла домой котенка? А я сначала отпросилась у них, потому что они бы не разрешили ей без спроса. То есть тебе родители разрешили домой принести бездомного конечно, котенка? Конечно, разрешили. Потому что моя мама тоже, она любит помогать бездомным животным.